Два золота, столько же бронзы и серебро. Североказахстанские спортсмены вернулись с наградами с республиканского первенства по смешным единоборствам «Жекпе-жек». Соревнования проходили в Кызыларде. С земляками встретилась моя коллега Гульнара Кали. Честь нашей области на детско-юношеском первенстве по смешанным единоборствам «Жекпе-жек» защищали 7 спортсменов, в их числе Алан Жиранов. Он вернулся с победой, выступал в весовой категории 25 килограммов. В финальном поединке встретился с кызылординцем. Заборол, и вот он на меня бежал, я его по борьбе завалил. А потом на болевой в конце. Североказахстанцы стали лучшими на соревнованиях в Кызыларде. В общекомандном зачете заняли первое место. Привезли 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В состязаниях участвовали более 200 борцов из разных уголков нашей страны. Южные области Республики Казахстан всегда были очень сильные. И там приоритет борьбе отдавался. Поэтому по борьбе с ними очень тяжело соперничать, бороться. Вот. Но у нас была лучше поставлена ударная техника. За счет ударной техники мы и победили. Теперь впереди у ребят упорные тренировки и подготовка к чемпионату по «Жекпе-жек». Пройдет он в июне в Актау. В данном виде спорта допускается использование технических приемов из разных единоборств. Таких как борьба, кикбоксинг, самбо, карате, тэквондо. Разрешены удары руками, ногами, броски и захваты. Гульнара Кали, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.